Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 27 февраля. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Коль за окном тепло, значит, скоро придут морозы, причем на несколько дней. Тетерев быстро над полем летает. Скоро снегопад. Если солнце днем за облаками спряталось, значит, скоро много снега выпадет или вовсе метель начнется. А какая же погода ждет нас завтра, 27 февраля? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Радостино Любытинского района Новгородской области -1. За окном солнышко. В общем, прекрасная весенняя погода. Точно такая же погода ждет жителей деревни Радостная Мичуринского района Тамбовской области. Это так весна потихоньку начинает наведываться. Поскорей бы уже все растаяло, правда? В деревне Радость Кавернинского района Нижегородской области столбик термометра остановится на отметке -2. Тут не обойдется без осадков. Ну, прямо никуда не спрятаться от них. В поселке Радостный Бежецкого района Тверской области -1 и осадки. Синоптики обещают, что в ближайшее время температура опустится. Так что готовьтесь к небольшому похолоданию. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь, да хранит вас Бог.